Уважаемые жители города, Государственный пожарный надзор города Горловка обеспокоен ростом гибели людей на пожарах в первые дни текущего года. Как уже отмечалось, 12 января текущего года пожары унесли жизни 6 жителей нашего города. Эксплуатация электропечей кустарного производства с открытой спиралью привела к гибели 4 человек в частном жилом секторе в Калининском районе. Непотушенный окурок унес жизни еще 2 граждан в Калининском и Никитовских районах города. В связи с этим еще раз напоминаем вам основные правила пожарной безопасности в быту. Не оставляйте без присмотра включенные бытовые электрические электроприборы. Не пользуйтесь поврежденной электропроводкой. Не допускайте курения в постели, особенно в трезвом состоянии. Не допускайте игр детей с огнем. Не оставляйте их без присмотра. В заключение еще раз хочется обратиться к жителям. Не пренебрегайте правилам пожарной безопасности. Будьте всегда внимательны и осторожны с огнем. Помните, огонь не прощает беспечность. Только от вас самих зависит ваше благополучие и здоровье, безопасность ваших родных и близких людей, а также сохранность вашего дома.